have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами по пути к горе Гримрок, и я тут немножечко за кадром полазил, сейчас будет маленький кусочек того, что я отснял, там без звука, потому что я просто записывал сам геймплей, и потом продолжим. Ну что ж, теперь можно двигать дальше. Собственно, это еще объясняет то, почему я здесь сейчас нахожусь. Нам вроде как мы в архивы шли, но в сами архивы так и не попали. А пошли мы с вами вот сюда вот вниз. Так. Хорошо, давайте сейчас, наверное, к тому же моменту доберемся, где мы были, и оттуда уже продолжим. Знаете что, я пока шел по пути, я увидел вот этот портал и понял, что мы еще в него не ходили. Давайте, пока мы сильно далеко не ушли. А, он не для людей. А, погодите, погодите. А, я понял, по-моему, как это работает. Там кнопки нету. Я положил ножик на одну кнопку. А ведь... А как мне его заставить вот сюда двигаться? Ну-ка, там три кнопки, видите? Он двигается только таким образом. Вот сюда, раз, два, три, да? Да. Хорошо. Туда ножик я портнул. А как мне вот, вот эти вот две штуки сделать? А тут других кнопок нету? Там какой-то секретик. Мне это надо, если что. Мне все надо. Так, а бросить туда... Я не смогу, конечно, ничего. Спасибо. Камушки надо будет потом на улице подобрать. Значит, у нас есть три кнопки. Одна, две и три. Но каким-то образом... Хорошо, хорошо, подумаем еще над этим. Должен быть какой-то выход. Это загадка, с которой мы еще не закончили. А это что за портал, на минуточку? Сейчас... А, да, я здесь был. Это сборище сундуков. Я бы что-то подзабыл немножечко. Хорошо. Пара-па-па-па-пам. Можно сюда, можно туда. Кнопочки в стенах. Это вот постоянная паранойя, когда я нахожусь в подземельях. Я не могу просто ходить. У меня начинается постоянная паранойя, то что... Кнопочки, я пропущу кнопочки, кнопочки. Ребят, эта игра просто сводит с ума иногда. Так, дверка. А тут что? Ёшки-матрёшки. Не попал.
Блин. Минус один. А что мне с этим делать? Назад отступать все время? Я могу тут от него побегать, теоретически. Он горит. Огонь его хорошо пробивает, но, собственно, он же ледяной элементаль, так что тут все честно. Отлично. Плюс два уровня. Где был этот другалек? А, я 8, я уже получил. Хорошо. Итак, ты у нас, дружище, что мы тебе прокачаем? Можно стрелковое? В 4 уровне твои стрелковые атаки будут игнорировать 20 пунктов вражеской брони. Я думаю, это возьму. Мне нужно еще алхимию, но я думаю, я докачаю тут сейчас стрелковый до 4 пункта, чтобы, по крайней мере, он стал мне более эффективным. Потом буду брать алхимию, мне она тоже очень понадобится. Качаем. А ты, дружище, тебе нужно тяжелое оружие 3, и у нас там был где-то очень хороший топор. Только фишка в том, что хочу я сейчас за ним идти или нет. Тяжелое оружие. Тебе бы еще точность. Нет, ну давай, да, кидаем тяжелое оружие, потому что в будущем точно будут попадаться пушки, которые я захочу взять. О, давайте отдохнем. Отлично. И даже можно сохраниться. Что ж, мне кажется, что нужно бы вернуться к той комнатке. Там звучит как крысы. Опа, какой сюрприз, прикиньте. Вижу. Секретец. И бронька выглядит довольно симпатично. Что это у нас? Легкая. Зеркальный доспех. Защита 8. Абсолютная стойкость 5. Так, дружище, тебе бы покушать, наверное, да? Погоди, у тебя 4. У тебя 4, уклонение 2. А это 8. Абсолютная стойкость. Что у нас абсолютная стойкость дает? А, погодите, абсолютная это ко всему, что ли, да? 5. Да, наверное. Нет, вторая бронька не нужна, она легкая, но... То есть, по идее, я это мог просто отсюда увидеть, но сюда не попадал. А теперь я сюда... Ой, еще и стрелы. Мне лук где-то найти надо. По-моему, в нычке вора был лук, если я правильно помню. Хорошо. Секрет приятный, нашелся относительно легко, хорошо, что я не пошел дальше. Сохраняемся. Крысы за стеной. Так, они в эту сторону. И там у нас вроде... Давайте сюда сходим. Слышите портал? Вот такие комнатки, они не бывают просто так. Ребят, вы чё? Это же Гримрок. В смысле просто так. Я понял. Надо будет с той стороны как-то... Хотя... Чёрт его. Вот эти крысы за стеной. А тут нигде кнопочки не было. Я так прошел. Ладно, пойдемте сюда. Элементали мы пошатали немножечко. Фонарь! Фонарь! Погодите, ребят, тут же факелы обычно висят. Ладно, почему тут у нас проход перекрыт? Потому что тут сюрикены. Я понял. И также...
Обновлю заклинание. Не знаю, что-то оно так тускленько сияет. Дай огонь. Огонь! В студию. Так. Ладно, поскольку мы прокачиваем стрелковое оружие, нам нужно лук найти. То есть, ну, естественно, когда мы его найдем, мне кажется, он будет лучше, чем наша трубка духовая вот эта. Очень все это подозрительно выглядит. Вот, кстати, и дверка. Это мы тут все закольцевали. Отлично. Очень большая редкость, когда получается вот так пройти насквозь. Сейчас я это отмечу, но я туда не пойду. Я хочу вернуться вот сюда. Тут тоже была дверка. Ох ты ж, а сколько тут всего, да? Кнопочек нету. Нету. Ну, пойдемте сюда сначала. Вниз. Ну, допустим. Птичку вижу. На птичку мне пофиг. Там внизу блобы или что? Ну-ка. Погоди, это необычная птичка. А сливается, как обычно. Не, ну хорошо, когда таких много, это было бы плохо. Таких много нельзя. Иди сюда. Не истеричь, пожалуйста. Блин, мага практически убили уже. Его и убили, если чё. Блин, глупо так. Ладно, сейчас, ребят, погодите минуту. За счет того, что мы там вроде как шорткатец открыли. Было крайне глупо сейчас. Да, они, в общем-то, быстро сливаются. Надо не забывать спать. Между этими, потому что, но они вот этим электричеством много жизни снимают. Жаль. Испытывает голод. На, съешь, пожалуйста. А ты? Нет, ты еще не очень голодный. Хорошо. Я туда падать вниз прямо сейчас, наверное, не хочу, потому что я не знаю, где я вылезу. Давайте с другой стороны гляну сначала. Кнопочка. О, тут у нас еда для всех. И факел. Погодите, секретка с едой? Что, блин? А это законно? Хорошо, что в другую сторону? Я просто не хочу к блобам падать. Я просто не знаю, как потом от них выбраться и... Секретка с едой, я до сих пор не могу поверить, типа, серьезно. Хорошо, перекресток. Damn, boy. Хорошо. Не знаю. О, это вот то, что... Ага, это мне понадобится. А, на вот эту штучку я бы нажал, наверное, да? Чем-нибудь. Вот факел, например. Ну, пока я здесь. Я не вижу причин этого не сделать. Пасть куда-то рано или поздно мы всегда можем. Это не проблема. Вот эту тут куска моста не хватает. А, есть лестница. Лестница. Лестница это всегда хорошо. Привет. А как к тебе добраться? Так, вторая кнопка. Давайте вот эту броньку сюда положим. Это, конечно, все хорошо. Я нажал эти две кнопки. Хм. То
То есть просто так у нас тут ничего не бывает. Хорошо, я вас понял. Пойдемте к блобам. Факел я, наверное, все-таки подберу тогда, раз я его использовал там. Так, сколько их там, и хочу ли я к ним прыгать? А пофиг. Сохранились, поехали. Пожалуйста, сгори раньше, чем ты меня заразишь. Спасибо. Хороший блобик. Так, хочу ли я метнуть говна в него? Тварь. 75. Хороший удар. На. Нормально. Пока неплохо идем. Не попал. Попал. Он на упреждение стреляет, нормально? Хорошо. Лестницы тут нет, но тут есть... Давайте как минимум отдохнем. На что это похоже? Это похоже на тупичок с кнопкой? Очень похоже. Факел наверху. А, лестница есть здесь. Я еще схожу в другую сторону, гляну, что там. И лестница есть... Ох ты ж, ё. Мы на третьем этаже. А тут орлиная тропа. Ага. Что вы мне предлагаете? Метнуть туда что-то? А я туда не доброшу, по-моему. Еще один камень ушел в никуда. У меня же есть сюрикены, которыми я, наверное, не буду пользоваться, потому что я же не качаю метательное. Поэтому... Так, погодите. Орлиная тропа. Вы шутите, наверное, да? Погодите. А если... А если это невидимая дорога? Нет, ну подождите минутку. Надо попробовать все варианты. Я был прав. Три раза я упал. Раз, два, три. Здесь я просто наступил и появился мостик. Если уйду, мостик исчезает сразу же. Это просто офигеть. Подождите. Я не знаю, стоит ли мне сейчас этим заниматься, или я сюда потом просто вернусь. К тому же у нас есть, смотрите, что... Минуточку, у меня все равно есть сохранение. Ага, тут просто сюрикены, я понял. Это... Просто лутецкий. А сюда нам не пройти. Получается, отсюда, в принципе, только один путь по верху.
Ну что ж, видимо, придется путем сохранений и загрузочек нащупывать сейчас себе дорогу, как она идет. Значит, вот это первое. Сохраняемся здесь. Поехали дальше. Вперед работает. Так, погодите. Надо перекусить. Опа. А тебе? На, тоже сыр кушай. Ясно. Еще один вперед. Это надо как-то или чертить, или что-то. Черт его. Не знаю. Можно ли как-то не наугад это понять? Да, я сохранился в неудачный момент, когда у меня люди голодные. Но я сейчас еще раз сохранюсь. При этом заднее перестает. Хорошо. Как мне понять, куда сейчас? Без... Хорошо. F5. Еще раз. К факелу. F5. Я думаю, сейчас сюда. Значит, сюда. Ха-ха! Сейчас бы мне кто-то правильно. Знаете, в чем прикол? Я не буду отказываться от рыбки. Пофиг, я пройду заново, я уже более-менее знаю, как это проходится. Последний шаг неправильный. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. F5. 10? Нет, не 10, опять туда. Попробуем нащупать. Сюда. Сюда? Нет, не сюда. Я пока что его не вижу. Значит, так. Два раза туда, черт. F5. Да, значит, это... Ох ты ж. Сюда? Конечно, сюда. F5. Куда теперь? Сюда? 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 Что-то где-то открылось, что-то где-то закрылось. Сокрытая тропа. Ну, тут-то спасибо, а там мне сказали тропа орла или как она там называлась. Статуэтка улитки? Грубо вытесненная статуэтка, изображающая гигантскую улитку, признанный деликатес в некоторых регионах мира. Ну, да, я понимаю, но... Причем, значит, сюда можно было прийти еще и как-то с другой стороны, раз тут есть табличка. Интересное кино. Сокрытая тропа. Причем надписи разные. С одной стороны и с другой. А! А, и все? Я здесь за этим был? Ага. Уж не хотите ли вы мне сказать? А, нет, погодите, там была лесенка. То есть одна дверь в эту сторону, одна дверь в эту сторону. Но... А это мой камушек, который я бросил. Привет. Теперь, чтобы вернуться... Мне надо пройти обратно? Вы шутите нафиг.
Ай, больно, между прочим. Да вот, а зачем так поступать-то? Ёл. Да ну! Зачем ты так делаешь? Ладно, ребят, погодите. Перешел. На самом деле, тропа обратно, она другая. Очень неприятное место, не знаю, мне прям не понравилось. Не могу сказать, что это хорошая загадка или что-то такое. Да, подумать пришлось, но это же... Ну, то ли я не нашел чего-то, то ли оно рассчитано исключительно на сохранение загрузку. Ну, неприятно так, честно говоря. Должно быть какое-то логическое объяснение всему. Так, ладно, перекресток. Еще одно местечко, над которым я вижу, подзаморочились люди. Там у нас есть вроде лесенка, да, мы можем прям спрыгнуть и ничего не случится. Теперь нам нужно поставить камни таким образом, чтобы они делали мост, или что? Камней у нас 3. Погодите, вся эта конструкция не работает? Никаких нету. Это я вас знаю, блин. Или мне надо будет как-то с другой стороны сюда прийти. Мне же не зря дают с этой стороны прийти и нажать на те кнопочки, да? Да. Мне нужно будет подвинуть вот эту штуку сюда. Свет. Погодите, 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 минуточку. А что при той кнопке загоралось? Стойте. Это что-то другое. Что мне... А, я понял. Он мне подсвечивает, куда я могу камень кинуть. А как? Я понимаю, что там кнопка, но что я... Погодите, стоп. Понял. Нет, не понял. Хотел сказать, что, ну... У меня же здесь нету... Я, кстати, магу пах ушиб, пока я там прыгал. Так, а эта кнопка тогда что делает? Обе эти кнопки дают нам... свет там, и мы понимаем, что вон там у нас находится что-то, что нам нужно нажать. Но с этой стороны мы это... Ну, мы это фактически не можем сделать, потому что она находится вот здесь. Так ведь? Стоп, ребята. Камни у нас не работают. Насколько я понимаю. Так, давайте, пожалуйста, не выеживаться. Включите мне свет. Камень. О, у нас тут растеньки поразрастались немножечко. Что тоже хорошо. Кнопка-то там, а не там, правильно? Поэтому... Да, камень у нас улетает просто так, но это меня не особо печалит. Я знал, что так будет. У меня получается просто нету доступа к той кнопке, как в нее что-то кинуть. Разве что у нас есть где-то секретная кнопка, которая откроет стены. А это вполне возможно. Потому что... Это единственный способ, как я смогу до туда хоть что-нибудь добросить. Это, я думаю, третья кнопка активирует нам... камни, и мы сможем пройти. Черт, а вот это вот место, оно выглядит очень подозрительным, раз уж мы говорим про секретные кнопки. А
Она, кстати, может находиться еще где-то здесь. Вообще не исключено. А еще, мне кажется, что вот эта вот ловушка за стеной. Это как раз на тот случай, когда я найду кнопку. Ну, если мы не исключаем, что она тут есть. Она тут вполне может быть. Я сейчас еще гляну, конечно. Я прям сильно зацикливаться не буду. Мы сейчас пойдем дальше. Но я думаю, что принцип непонятен. Или же где-то вообще в другом месте есть что-то. Вот эта стенка должна убираться. Но как это происходит, я не знаю. Или вот это. Ну, в смысле, одна из них. Ладно, у нас есть еще одно местечко, куда мы можем сходить. Давайте мы туда и слазим. Если что, я потом буду, наверное, за кадром искать выходы, как все это сделать. Давайте пока что... О-о! Я тебя понял. Я могу идти, я умею летать. Я сильнейший, я живой. Я думаю, что это место для как раз тех самых статуэток, которые мы, оказывается, ищем, да? Лексиконарий. Вон там второй камушек. Нам туда. Но сейчас мы с этим сделать ничего не можем. Значит, одну штуку мы здесь подобрали. Здесь есть какой-то секрет с порталами. Здесь есть какой-то секрет с тайной кнопкой. Как нам туда попасть, без понятия. Хорошо, пока что валим из этого места. Еще вот это вы слышите? Вот этот вот хрипение, это от нашего персонажа, от Минотавра или нет? Тут крысы. А, кстати, кинжал. Я его заберу, пожалуй. Потом можно будет куда-то положить. Я не знаю, пойдемте в другое место смотреть. Фух. Сложно, если что. Погодите, я хотел сохраниться. Я сохранюсь. Итак, только попробуй. Хилки у всех есть две. У чувака хилки нету. Тут одна, тут три. На тебе одну. Я бы, наверное, сделал бы парочку. Мне кажется, сейчас будет такое хорошее рубилово. Может, вылечиться пойти? Не самая плохая идея. Ладно. Поехали. Почему? А, я понял почему. Погодите. Я думал, что меня запер. Подставлять мне нужно крысу, к сожалению. Потому что с этой стороны маг, и маг более уязвим. Больно, между прочим. По крайней мере, мы по ним попадаем. Если бы мы не попадали, все было бы гораздо хуже.
Надо их поджечь, чтобы оба горели. Все, последний. На два. Неплохо. Мне еще раз хватит? Да, хватит. Фух. Не, я не буду его лечить. Нормально. В принципе, это несложный бой. Блин, так, у тебя перегруз. На тебе. Давайте отдохнем, что ли? А, он еще и га... Ясно. На, держи. Он не может восстановить энергию, пока он ранен. Ну, нормально. Еще и голодный. Ну, кто бы сомневался, блин. Что ты проголодаешься, на. Пожри. Все, немножко маны у меня есть. Я дальше так пойду. 6, 8. Отлично. Тут у нас что-то есть. Я сейчас соберу сначала все самое очевидное. Вот еще у нас один кристальчик появился на воскрешение героя, да, потому что красный — это зарядка артефакта. Что за книжечку-то я подобрал? Кладезь энергии. Энергия плюс 25. Чтобы использовать... Да, энергия — это тебе, дружище, на. Никто у нас больше не страдает потерей энергии. То есть все успевают подраться. Вот у него энергия заканчивается очень сильно. Энергия у тебя 316. Это... Это был уровень? Я не то использовал. Я молодец. Ну хорошо, я поднял ему уровень. Черт, я не ту книжку использовал. А где я загружусь? Сейчас, погодите. Пришлось немножко перепройти. Мне было слишком лень и слишком жаль тратить уровень сейчас, потому что я точно знаю, что он мне понадобится попозже. Вкачал энергию магу. Так, ты там вроде голодал, не помню. Посмотрим. Да, он проголодался. Сейчас мы возьмем кусочек мяса, ему скормим. И все. Я забыл просто, что у него книжка на уровень. Такое бывает. Насколько это не прискорбно. Так, бычара. Ну-ка. А, 10 патронов. И еду. Еду надо. Мешочек. Мешочек, наверное, тебе, что ли? У чувака перегруз с патронами. Нормально. Так, еду перекладываем дальше по пакету. У нас ешь сыра. Ну, такое. Нет, на самом деле то, что я провалился... А, вот это место, кто тут пиликал все это время. Я понял, где мы сейчас оказались и что это за место. И что мы тут делаем. Просто замечательно. Давайте этот кристалл тоже заберем. Понадобится. А, теперь я бы такой бы, чтобы вниз, наверное, еще туда сходить. Интересно же, что там. Оп. Тут тоже есть портал. Ну тут же не зря есть. Я же говорил, не зря. Так, так у нас свет в глазах гаснет. А куда тот портал, получается, ведет? Этот меня наверх приведет. Да. А, это в принципе, чтобы выйти отсюда надо. А этот вниз. Это просто лифт. Ребят, совсем зажрались. Они используют порталы как лифты. Нормально. То есть мне можно было даже с ними всеми не драться. Мне нужно было бы просто прыгнуть вниз и потом как-то ускользнуть отсюда. Но, знаете, как говорится, where is the fun in that?
Хорошо, экспы получили, я не против. Не смей. Я тебя понял, твой намек. Хорошо прокатились, ребят, круто. Звоните иногда. Фух. Пойдем дальше посмотрим. Там мы были. Нам сюда. Я по одной баночке, да, использовал? Да. Кстати, ей бы поесть бы. На тебе рыбку. На, перекуси. Что, блин? Архивы. Охона ар и те на лам и а. Где у меня там записочки были? Давайте смотреть. Близ одинакового. Близ одинакового вяза. Я что-то зарыл. Это, кстати, было. Это. Ладно, потом выложу. У меня еще ботинки остались, кстати. Так, за. Босиком никто не ходит. Защита 1. Защита 1. Ну ладно, тогда пофиг. Так, хорошо. Давным-давно был сундук с сокровищами. Хранился. Так. В топях. Храняемый четырьмя духами в топях. Кстати, насчет этого надо будет повернуть. Еще одна карта сокровищ. Надо будет посмотреть, где это. Я еще не искал даже. Здесь внизу я обнаружил храм. Хорошо, я тебя понял. Записки. Ты знал. А, ты впал в отчаяние. Та-та-та-та-та. Так почему бы тебе не куда-нибудь на поиски новых приключений? Возможно. Который. Это вроде не то. Я не вижу пока что. Великодушно извиняюсь. Надеюсь, моя маленькая ловушка. Это шипы. Ладно. К сожалению, врата Великой Пирамиды были давным-давно заперты при помощи особенного ключа. Боюсь, сейчас достать такой ключ невозможно. Не то. Добро пожаловать на мой остров. Надеюсь, путешествие... Это приветственная записка. Вижу, ты немного продвинулся. Тоже приветственная записка. Уверен, ты найдешь полезной эту карту острова. Прошу обратить внимание на некоторые ключевые места, чтобы... Прямо на север. Это понятно. Это мне более-менее рассказывает, где же находится. Карта острова. Понял. У меня были большие... У меня было больше снаряжения, чем я могу нести. Это было. Трюкач приходит и уходит. Ха-ха. Да, ха-ха. Больше у меня вроде как записок нигде не было. Если я не ошибаюсь. Просто ящик с едой, прикольно. Заклинание. Заклинание. Кстати, насчет еды. Да, поешь. Ухуна ар е те на лам и ар на. Уху на пала, уху на пала на. Это явно код. Но код чего? Код как? Не знаю. И это вход в архивы. Я не могу туда попасть. Также у нас есть загадка. Внизу на получение чертового камушка я тоже не могу туда попасть. Интересно. Пойдем туда, куда я пока что могу попасть. Я другого выхода не вижу. Идемте сюда. Знаете, в чем прикол? Погодите. Это куда у нас?
Нет, это архивы. А это у нас глубже вело, да? Погодите, я немножечко запутался. А, это глубже было. И это было... Все, я понял. Тут у нас загадка с порталами. Тут у нас загадка, как туда добросить камушек. Потом нам откроется вот эта дверка. Жесткие загадочки, честно. Прям жесткие загадочки. Я даже уж прям не знаю. А это у нас куда вело? А, это другой, да? Все, я понял. Это мы как раз открыли, чтобы сюда попасть. Получается, попали сюда. И у нас есть путь наверх, путь в архивы и путь в другую зону. Поехали. А что я теряю? А что я, блин, теряю? Ну, я не могу туда сейчас попасть. По крайней мере, насколько мне это кажется. Сюда попасть тоже пока что не могу. Поехали. Так, тут придурочки маленькие бегают. Противовесы механизмов. Кнопочек нигде не наблюдается. Что-то это называется, ребятки, то чувство, которое у меня сейчас, это фрустрация. Я не знаю. Надо что-то как-то делать. Ну, мне явно туда, и я не могу идти дальше. Но я иду дальше, потому что я не знаю, как туда пройти. Лягушки. Кто это? Прилезь сюда еще раз. А, это мыши. Ну, мыши, черт с ними. Много. Много. Сейчас я дерну. Мне кажется, тут все откроется. Дерни за веревочку. А, видите вот эту штуку, да? Ха, ладно. Два. Ребят, какой промах? Ну, с крысами теперь уже, да, справляться вообще не проблема. Мы прокачались. И эти ребята, которые доставляли нам столько проблем, сейчас... В принципе, это не опасно. Я просто уже наглею, иду на пролом. Но так-то коробочка с патронами. Перегруз. Моментальный. Свет. Это камушки отдать магу. Да, маг еще может их тащить. Я тут жабу еще, мне кажется, видел. Надо бы отдохнуть. Желательно в уголке. Потому что, если зажмут, по крайней мере, будет только один противник. Хотя, если он будет очень сильный, то зажмут навсегда. Западный выход из канализации.
А, понял. Ну, канализация кишит крысами. А крысы это экспа. Они стали парами ходить. Парные соревнования. Кстати, видели? Я выстрелил, а попало в него все-таки. Я думал, не попадет. Да положи ты топор, блин. Жаба. Я говорил, что я видел жабу. Кстати, уровень приехал, надо бы... Фух. Язычок. Кинжальчики. Неплохо, мы пришли просто покачаться сюда. Ну, по крайней мере, так выглядело. Западный выход. Но это мне там открыть, и тогда я смогу им пользоваться. Можно под водой пошариться, лестница есть. Дурали, ты на кого летишь вообще? Я такой кувыркнулся. Нет. А. Сыр. И записочка. Кстати, записку надо бы вот сюда. А что она у нас? Здесь внизу я обнаружил храм. Нет, это другое. Закрой. Вот записка, наверное. Не беспокоить. Да, как бы не сильно надо. Факел. А, отдыхаем. Блин, вот тебе прям пожрать надо, да? Где у нас язык был? На, язык очень сильно насыщает. Тебе прям хорошо будет. Давайте уровень посмотрим. Навыки. Че там хотел? Концентрацию повысить на максимум, да? Еще 20 очков, у тебя получится 368 энергии. Хочу ли я? Да, наверное. Все. Это мы на максимум закинули. Легкое оружие. Ну, давайте я закину на 5. Еще 20% как минимум поднимем. А если мы найдем какое-то хорошее еще оружие во вторую руку, можно будет его применить. Поэтому... Да. Мне это кажется удачным приобретением. Я сейчас, скорее всего, пропускаю просто до черта. Так, не беспокоить. Входи на свой страх и риск. Ясно, понятно. Ну что ж, тогда мы на свой страх и риск будем входить уже на следующий, в следующей серии. Тут есть чем заняться, есть чем посмотреть, пошупать. Выглядит интересненько. Все, ребятушки, на этом будем завершать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда.